Здравствуйте. Представляю вам систему пожаротушения. Ну, конечно, еще ее не доделали до конца. Ну, основные элементы-то установлены. Давайте начнем с автоматики. Стоят краны задвижечные. Раз. Наверное, видно плохо, но пробую как-нибудь. Вот, стоят конечники. Положение. Открыто-закрыто. Установили насосы марки Вилла. Сейчас в эту сторону отправим. Так. Также стоят специализированные узлы управления пожаротушением. Ну, как говорится, основа. Дальше. Расширительный бак. Очень плохо, наверное, видно. Насос подпитки. Нас тут немножко подзатопило все из-за грунтовых вод. Некоторые накосячили с изоляцией, но будут переделывать. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписываемся, если вам это интересно. Буду скидывать, записывать подобные видео.